сыщик не появлялся? Ну как нет, прошлись, мы сообщили. Снова точка убежала с труба дура. Мое сердце просто обливалось кровью. Ах, принцесса неуемная натура, а какой удар по моему здоровью. Снова сыщиков в погоню отправляю. Обещал найти в любое время года. Он найдет ее, ничуть не сомневаюсь. Но какие дополнительные расходы? Маленькие детки, маленькие бедки, а вырастают, так напрягаются, да им бежится, дома не сидится. Ну какого беса, все-таки принцесса. До сих пор не понимаю, как Дед Мороз елки зажигает. Раз, два, три. Ёлочка, гори! Не получается. Королевская почта, ваше лично, получите посылку и распишитесь. Принцессе, а где на мороз? Странно. Сказки нашего детства. Портреты любимых героев. Так это ж я принцессе заказывал, когда она еще совсем маленькая была. А сейчас она уже выросла. Сколько лет-то прошло? Она уже Деда Мороза, наверное, не верит. Непорядок. Почту надо срочно реформировать. Колобок. Красная шапочка. Страхушек. Баба-яга. Ну, нельзя такое детям показывать. Это же психологическая травма может случиться. Ну и где этот класс алмаз в сивилищее око? Говори, дайте мне двое суток и 10 золотых. И принцесса до Нового года будет дома. 10 золотых? Да я бы за 10 золотых? Да я бы сам ее нашел. Хватит ему и 5. Голубушка, налейте-ка мне еще чашку, пожалуйста. Ну что ж вы делаете? Ну сколько раз вам повторять, что этот пакетик можно давать 3 раза? Учишь вас, учишь? Да вы же меня разорите. Ну и кто тут во мне сомневался? Я помотался, пыль дорог по пути собирая. Своего я умею добиться и наказывать не перестану. От меня не сбежать и не скрыться. Я найду и найду океана. Никогда не интересу я не стал принцессу. Применяя форты дар лишь за гонорар. Волк, который под ноги, я всегда в дороге. Нужно вам кого найти, только заплатить. Ты убегать из дома будешь? Будешь. А кто за тобой?
тобой верить будет? У меня, значит, и здоровья нет. Да и не поставился. А этот, у него нюх, как у собаки. И глаз, и горло. И глаз, а было бы у него два глаза. Ваше, у меня вроде бы и так два глаза. Целых два. Вот за это я его и ценю. Ну, не очень-то и цените. Я хочу к Турману. Да ты лучше посмотри, какую мы для тебя елочку нарядили. Я хочу к Трубадуру. Не переживай, будет тебе и труба, и все остальное. А пока в баньку, потом обедать. Яичко яичко будешь? Ничего я не хочу. И так каждый раз. Охрана, проводите принцессу в ее покое. Я могу и сама лично. Да и где ты, конечно, сама сможешь. А вот дверь закрыть снаружи, на замок. Нужны помощники. Ваше Величество, не надо никакой охраны. За дядя не убежит. Давайте лучше я закончу свою работу. А? Ну да, логично. Точно я. Вступайте в свои покои. И не заставляйте меня повышать на вас голос. Вот и замечательно, вот и умница. Так, дочку вернул. 5 золотых сэкономил. А жизнь-то налаживается. Ваше Величество, Ваше Величество. Так, господи, я понимаю, что это не мое дело, но с Трубадуром надо что-то делать. Что? Не знаю, вот, например, поймать его, обвинить в краже людей и посадить за решетку. Лет так на 10, а? Ну вот еще глупости говоришь. Трубадур – любимец публики. Начнутся массовые волнения, демонстрации. Свободу Трубадуру! Нет нарушения законности! Но надо же что-то делать, типа влияния на принцессу. Не переживай, сделаем. Но что? Почему вы такой спокойный? Да потому что я все давно все придумал. И что же? Принцессу пора выдавать замуж. За Трубадура. За Трубадура. Чтобы моя единственная дочь стала невестой нищего бродяги еще после ее первого побега. Разослал гонцов по всем королевствам с известием о том, что готов выдать свою дочь сразу же после Нового года за состоятельного мужчину. И что? Есть желающие? Еще бы! Кто откажется от приданого в пол королевства? Я бы не отказался. Я тебе и не предлагаю. Уже сегодня на горизонте должен появиться первый из женихов. Я не хочу никаких женихов! А вот подслушивать нехорошо. Я не подслушиваю. Вы так громко разговариваете, что даже охранникам на улице все слышно. Ничего там не слышно. Жених какого себя? Жених красавец. Иностранец. С самыми серьезными намерениями. Мне сообщили, что он уже заказал для принцессы бриллиантовое кольцо 50 карат. Он банкир? Артист! Как Трубадур? Ходи, Трубадур заладил, Трубадур! Конь перекатная, бродяга без крыши над головой, в нашей крыше не другое! Вон! Он хороший! Хороший? Это когда богатый, когда кольцо с бриллиантами, а не венок из ромашек. А вот красавец на скрайнец, он... Он рэпер. Рэп? А это как? Сейчас покажу, главное не забывай делать вот так. Йо. Я корону ношу с самого детства. Мне она как бейсбол досталась наследство. Хочешь знать почему? Я отвечу изволе. Моя мать королева, папаша король. Оба предка мои потрудились на славу. Ну а мне, их потомку, досталась халява. Королевский дворец, неплохое жилье и добро в сундуках. Все мое, ё-моё. Кажись, красавец иностранец прилетел. Проводите красавца ко мне. Четыре красавца? Ну, я бы не сказал, что красавец.
профсоюза. Из профсоюза? Ага. Что за чертовщина? Пускай проходит. Нет, это все. Ну что, мог-то вспомнить.
я в мир не поеду. Успокойся, все. За куда ты меня гонишь? Я 11-я царь. Там живет мой троюродный брат, серый волк. И там на Сарбока, где на славе Трубецкую, говорит, что он не стоит на выступление на Новую Нилу. И бах! Вспомнил! Я же вспомнил, что за рог без Словецкий про Худыкину гору и про брата Волка. Да что-то я волка вылисал. Не очень доверяю. А у нас есть выбор? Давайте рискнем. Согласен. Все, встречаем Кубадора, придем на рогу. Все. Осел! Осел! Жену хочет посмотреть
О май гад, это что, я есть ваша принцесса? Наш любовный поэт в стране стихи написал. Какие глазки, какой носок, и ангельский ножом голосок. Мяу! Папа! Сухарикову! А тебе что-то не нравится? Самое завидное невеста нашего королевства. Я остальные так себе. Ой-ой-ой, я совсем забывать оставлять для моей кофе овёс. Я сейчас учить оставлять овёс, а потом приди за принцесс, окей? Yes, получилось! Надо бы его догнать. Танцовка. Давайте я. Стойте! Не надо никого догонять. Зачем нам чужой дорогой кольцо? Хорошо. Знаешь, что не хорошо? Но это единственный способ помочь твоему. А я правильно понимаю, что за Кудыкин в гору не едем? Это правильно, правильно. А то есть директор не забегает? Нет, не забегает. Субтитры
подмышки поду, не ложись, а на краю. Ты себе слышишь? Я что говорил, это настоящий. Это же приветский музыкант, ты чего стоишь и бодай? Нет, ладно, бодать никого не будет. Доченька, я согласен! Это что, я согласен? Нет, просто согласен. Но при одном условии, это кольцо пока что останется у меня. И я еще. Пусть Крубатур зажжет елку, как Дед Мороз. Я же не Дед Мороз. Тогда не будь у тебя принцессы. А ты попробуй, вдруг у тебя получится. Хорошо. Раз, два, три. И елочка горит. Попробуй еще раз. Раз, два, три, елочка горит. Ну вот видишь, какой у тебя непудышный. О, уж не, это сказочные герои. Да, слух, понятно, что чтобы елочку зажечь, нужен и Дед Мороз. А напряжение 220 вольт. Трубадур, давай еще раз, погромче. Ну что, нет, похоже, деньги. Давайте все вместе.